Газ взорвался в одной из квартир двухэтажного дома рано утром, когда все спали. Здание частично обрушилось. Погибли 6 человек, в том числе молодая семья с 3-летней дочкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование по поручению председателя СК Александра Бастрыкина проводили следователи центрального аппарата. Обвинение предъявили начальнику службы ВДГО городского филиала компании «Газпром» газораспределения Иваново. Сергею Попову грозило лишение свободы до 10 лет или принудительной работы до 5. Однако суд, изучив все материалы, посчитал его вину недоказанной. Было установлено, что данный сотрудник ВДГО принимал все необходимые меры для организации проведения техобслуживания и ремонта. Оправдательный приговор был вынесен еще в марте. Прокуратура его обжаловала. Однако областной суд оставил приговор без изменения.